Ну, вот что-то вы агрессии добьетесь. Если у вас конфликт, подумайте, что человек с вами обсуждает, не кто там мусор вынес или не вынес, за проект отвечал, а кто не отвечал, там еще что-то. Ну, бог с ним. Вот, посмотрите на человека-то. Он что, сходит с ума-то? Чего он лезет-то в эту нараженность, в конфликт и так далее? Это страдающее самолюбие. Да, он может из вредности. У людей скверный бывает характер. Это прям беда. Вот. И, ну, это беда-то. Вы-то с этим характером повстречались и пошли дальше. А он с ним живет всю жизнь, представьте. Ну, сострадание. Ну, и жалко. Вот, человек переживающий. Ну, и вот эго, он свое хочет, как чтобы оно звенело. Ужас какой.